yesterday. I was watching and listening to Ravi Shankar and his local concert. You know Ravi Shankar, Sita player? No. And I really don't understand, because all the masters say be totally with all you do, but be aware, and be aware of double A. Be aware of yourself, remember yourself, and be aware of yourself. But when you see Ravi Shankar playing, it becomes divine. You know? Huh? Когда Рави Шанкар играет, он полностью потерян в этой музыке. Быть тотальным и быть осознанным. Как можно? Когда ты что-то делаешь такое красивое, приятное, ты полностью в этом растворяешься. Ух ты. When master saying be aware. Когда мастер говорит быть осознанным. Be double arrow. You do things and you be. Это стрела от двух концов. Вы делаете что-то, какие-то вещи. Part, being, being. А второй конец направлен внутрь вас. This, вам нужно помнить себя. This is not real being. Что это? This is not really total yet also. Already you have half. Это не тотальность, не настоящая тотальность, потому что вы одна and часть вас там, другая там. Two parts. Это and meditators dualist. Going like this. Even when Buddha also. И вот когда даже when they coming, Buddha and talking, they have also to. Он приходил, разговаривал. They coming has to come to duality. Ему необходимо было приходить. In unduality they cannot be. Unduality only when you gone. В недуальность. When you not doing anything. В недуальности вы просто останавливаетесь, и ничего у вас не работает. Вы просто находитесь. Вы ушли в самадхи. Тогда недвойственность. Когда дуальность, то мир начинается. И есть вот мир, и есть внутри вас существование. Эти две части взаимодействуют. И когда вы полностью тотально танцуете, например, lost. Look like lost. Чувствуется, как будто вы потеряны like в этом lost. Танце. In way of meditation you can lost. На пути медитации вы можете быть say, yes, total. Потеряны. Love want fully. Но devotion want fully totality. So this is also the way. If you dance, fully dance. Вот это такой путь. Watching, forget anything. Можете танцевать, like быть тотальным в этом, потерянным. And if you really lost, если вы you can действительно reach потеряны, вы можете you can be fully totality. Быть полностью тотальным, можете dancer проникнуть finish. В тотальность. Only dance is left. Если вы танцуете, только есть танец, больше ничего. Вы слушаете music. Музыку. Meditation. Saying okay, listen it. Медитация говорит, and watch слушай. Yourself, who is listening. И наблюдай того, кто слушает. This is process. Это процесс. But other like love, totality means но forget the listener also. Означает who is listening. Даже забыть only о том, кто слушает. Только музыка остается. Only this vibration is только there. Вот эта вибрация остается музыкальная. Forget everything. Забудь обо всем. Should be one. Are you totally должно быть одно. Yourself? Либо ты when помнишь totally себя, yourself, это тотально себе, с собой. Музыка totally происходит, in. Но ты не слышишь ее. Ничто totally. Не проникает внутрь тебя. Это and тоже тотальность. If you forget yourself если fully, ты забыл себя and only полностью, music is left, и только музыка осталась, ты даже не знаешь, кто I'm слушает. Not. Я не присутствую, меня are нет. You finish your I, или ты заканчиваешь свое «я». И присутствуешь тем, so что есть. Looking, just looking. И вот когда ты смотришь, просто смотришь. Master say, when you look, just look. Мастер говорит, when если you listen, ты смотришь, just listen. Просто смотри. Если слушаешь, просто don't слушай. Inside coming, oh, I'm listening. Не иди внутрь this is coming, и не I'm думай, listener, о, вот это я слушаю. Если ты начнешь так divide, думать, то ты cut. Перестанешь быть тотальным. Cut the 100%. But process has to cut. Process has to cut because now already we not 100%, we are many.
So meditation says first you be one part, your being. Медитация говорит сначала, this is not real being yet. This is watcher, watch. Будь собой. Watch you are listening, watch you are looking, watch you are talking, watch you are doing, whatever, everything you watch. So this is meditation way. Это медитация. And love way, say just total. А путь любви, он говорит, будь тотальным. Watching us. Танцуешь, just забудь dance. Наблюдение, просто танцуй. Listen, just listen, forget слушаешь, everything. Просто слушай, who забудь are все. Listening кто us. Слушает, forget забудь my, его, me. Забудь себя. Are you can forget me? Yes, you. Или ты забываешь. Will, one subject, whatever is there, you will be like that, you will be total. Or you forget out and only remember it. Или забываешь то, что вовне. One thing you should be. Are you be I? Are you be you? Одно что-то ты должен выбрать, или ты. Then it okay. Я, или but when I and you то, together, you also means something is happening, and I am listening also, I am watching also. But this we have to say because already so many inside. So first you have to slowly, slowly come one part, this light watcher, strong, and things are happening. So meditation say like this. And love saying, dance or dance. Singing so singing. Путь любви и путь медитации отличаются друг от друга. Любовь just говорит, будь тотальной, floor, и будь в этом полностью. Clean. Не разделяйся на два. Who is cleaning вот or ты подметаешь anything, пол. Just clean. Нет be того, total. Кто подметает. Есть total подметание пола. Total means when you cleaning, you not think anything else. Not going anywhere. Вы никуда не идете больше. Totality means this. Тотальность означает вот это. Even not remember also. Вы даже не if помните, не помните тот, того, кто подметает. If you подметает, remember also, you become two part. Если ты будешь помнить, то if будет две части. Cleaning the если floor. Ты подметаешь пол, just take broom, берешь веник и подметаешь. And cleaning, just cleaning, even not remember yourself. Вот ты подметаешь и подметай, и fully себя не, there, in this не moment. Будь полностью and в этом this моменте. Make you total. And и это подметание сделает тебя тотальным. Mind cannot be stand when totality. Ум не может оставаться wherever там, you are 100% mind finish. Когда ты 100% тотально mind станешь, ум будет закончен. Device. Ум может присутствовать на some этом разделении. Одна часть part. Осознанности. This is not real awareness. Одна this часть is also делает part что-то. Of mind. Это тоже неосознанность. Это одна часть say, ума. Watching, говорит, хорошо, я наблюдаю. Whatever а вторая watching. Часть что-то делает. Две части. So this is duality. Вот это дуальность. But duality with you do on, go on, go on. Если вы and будете one day it продолжать happens. Sometimes с you дуальностью, cleaning, even forget to watch случится так, что вы забудете, если вы будете подметать, вы забудете listening того, кто подметает. Totally слушайте музыку, gone in music. Полностью растворяетесь в музыке, fully исчезаете. Только музыка остается. Sometimes you dancing when you dance very fully, totally. Вы танцуете totally. Полностью, тотально. That dance is delicious. И тогда танец становится прекрасным. And when you watching, когда it will be difficult. Если вы наблюдали это, вам было бы anything, очень сложно. Do anything, just be total there. Main thing is totality. Главная вещь это тотальность. Or when you what? Или когда cleaning вы подметаете пол. If meditation way, с помощью, just remember yourself, what, no matter whatever you doing. С путем медитации. Are you be here total? Are you be не важно, there что total? Вы делаете, вы находитесь внутри. Main thing is totality. And looks like и totality кажется, is lost. Что тотальность потеряна. Really? Who are very who totally present? Тот, кто полностью they присутствует. Looks like very simple man. Они выглядят как очень простые very люди. Simple. If you see in Buddha, если ты any Buddha on the way, видел Будду на пути, he is a simple man. Встретил бы Будду, ты бы сказал, это no простой человек, он ничего особенного у него if нет. His Buddha is very special. Мы думаем, что Будда это очень very что-то особенное, что-то возвышенное, high, very different. Что-то другое, отличающееся. Like но нет, walking, он очень he walking прост. Very simple. Если он simply идет, man, like a walk. О, у него очень простая походка, вот вы видите, идет so простой look человек. Like very like some stories has. Вот есть такие истории. Even you Osho talked also. Когда Osho рассказывал. Sometime in discourses. Like one man came. А пришел один he человек. He heard any one master is living there. Он услышал, he что в Индии есть один мастер. И go. He went him. Он пришел к нему. He went in his house. Пришел в его дом. And one man
in garden, outside was garden, in house. Вокруг этого дома был сад. Like a gardening, giving water to там садовник plants. Что-то там делал. And this man came and asked этот человек пришел и спросил садовника, я хочу встретить master. Вот этого вот мастера. Where, who is, where I can, how I can meet и him. Как бы мне его встретить? Because he seen this man. That man who giving ну, water. Что он встретил okay. Вот этого человека, который поливает цветы. This is room. He is coming. И садовник ему сказал, уйди вот в комнату, пройди, посиди, подожди, через 15 минут он подойдет. Master came. Мастер пришел. And he, this man was shocked. А этот человек был в шоке. This master is same man. Это тот же самый садовник, который был в саду. So he asked, why not? Так что он спросил, а почему he say, you cannot recognize that moment. Почему ты тогда не сказал, что ты you мастер? Want, I should be master very high, not like a simple man giving water on the plants. Ты не мог ты даже подумать, like что мастером может быть тот человек, который gardener. Поливает или там делает что-то в саду. And I was, when I was gardener, no meaning. Когда был в саду, я делал что-то, для меня это не было значением. Или я кушаю, или я разговариваю, или я в саду, я в настоящем. That moment I was gardener. В тот момент я был садовником. You want to see not, you don't want to see the gardener. You want ты не хотел видеть садовника, ты хотел видеть мастера, поэтому я тебя отправил в эту комнату. And then I finish my work. Поэтому, когда я закончил свою работу. And then now I'm okay. И вот я. You want to see me as a master, I'm master. Ты хочешь видеть меня как мастера, вот я мастер. Otherwise, really, I'm nothing. Иначе, в любом случае, я ничто. So, totality is me. Так что вот тотальность. So, they are very ordinary people. Они очень простые Osho люди. All, every day say, I'm the most ordinary man. Оша каждый день говорил, я самый простой most человек. Ordinary, simple man. Самый простой. Looks like he is... Выглядит как also, будто бы... We are thinking he is very high. We are... He just like coming from the sky. Он как будто бы с неба спустился. He is not... From this как, man, как будто не один не мирской человек. He's very special. Очень особенный. Really, they are not special. Но нет, они не особенные. Они just очень простые. Moment in они живут. They are total. Тотально. And they walking total walk. Если они even they not watching идут, the walk. Они they просто are идут. Total means no any thoughts inside. Тотальность означает нет никакой мысли you внутри. Они there. Даже не наблюдают это. Они even просто you not присутствуют. Thinking, I'm watching the walk. Ты не думаешь, я this наблюдаю свою. Походку, meditators say, yes, I'm the watching the walk. Because he has mind and he has to break the mind. Медитатору, да, нужно это, they потому что у него есть ум, ему нужно total. Это ум сломать, закончить. When they're talking, just totally talking. When they're sitting, just totally sitting. А тотальные они разговаривают, when they're sleeping, только разговор. Sleep. Сидят только сидение. Спят только сон. No any mind никакого inside, ума no нет. Mind. Внутри. Никаких inside, мыслей внутри. The mind means ум означает, when you do anything, когда вы что-то and you're делаете, not there. И вы не там находитесь. That is mind. Вот это ум. This is mind. That you are sitting here, just even вы even you're вот not сидите, listening. Вот, даже вы меня не можете не слушать. I'm talking and you're listening. Yeah. And suddenly you, your говорю, mind а вы says, меня не слушаете. Right. А вот слушаете, some, и в какой-то момент ум говорит, words, да, I да, он прав. А потом... Он думает, нет, я тут я не согласен. Even you inside внутри, continuous dialogue. Вы даже продолжаете. Like a continuous dialogue with me, even. Диалог со мной даже so диалог. This not right listening. Это неправильное this слушание. This not total listening. Это не тотальное слушание. Total listening when you really тотальное total listening, you will not listen any word. Это когда вы даже не будете слушать никаких here. Слов. Слова будут поверху вас. And you will be more silent. А вы будете more больше в тишине, в спокойствии. This is right listening. Вот это правильное слушание. Right listening means when no anything is there. Only like a, my voice going, my мой words голос going, идет, and words плывут, don't know where it's going. You голос, not а вы не знаете, inside. Куда они плывут, вы same не споритесь с ними. Same thing I say when you're listening music, так it же, is когда not вы you слушаете say, okay, музыку, I'm watching the music, вы... ah, this music is good. This music, начинаете wow, ее оценивать, so она хорошая, say, а wow, это не so очень. You really not listening the music. Вы на самом деле не слушаете музыку. When you really listening music, когда вы слушаете музыку, music is coming, музыка like приходит, a flow, like как поток, waves, как волны. Trance, going in trance. И вы more, погружаетесь inside, в транс. More deeper. Глубже, глубже в себя. He taking you more deeper. That is right. Вот это правильно. So totality, whatever you что have, полностью. You be there. Fully. Just
Быть тотальным означает, чтобы у вас не было, вы полностью в этом находитесь. Вот вы на кухню идете, какую-то работу делаете, моете кастрюлю. Если вы моете кастрюлю, и вы тотально, это медитация. When you enjoy, and that if you really total with anything, you will enjoy very, very silent and very joyful. You say, yeah, yes. Right. You will be very joyful and very full, become more full. When you do anything with totality, your energy is not leaking, not wasting. Your energy is full, become total, like aura is complete. То есть ваша аура будет полностью завершена. Only that, just I say before, when you centered, когда вы центрированы, whatever you do, no matter. Что бы вы делали, не имеет значения. And center means total. Быть центрированным означает быть тотальным. As if total not happening, total is, it is not totality, is easy. Тотальность, она это вообще не очень просто. Можно на это потратить life годы life to be total. Жизни, чтобы научиться and быть тотальным. When they very arrive, very understand, и когда coming становишься, on point, then one minute, достигаешь one этого, moment, totality happen. And when they become total, then they total always, forever. Then they, when they go in presence, go in silence forever. Они выходят then everything will в тишину be навсегда. But till you not total, и пока вы не тотальные, вам нужно наблюдать, быть в настоящем. Вот это путь. Кажется, что да, они потеряны в танце, тотальные. Но на самом деле нет, не потеряны. I say, when who are silent, я говорю, who are present, те, кто в присутствии, те, кто в настоящем, they are total. Что бы они ни делали, не имеет значения, singing, они тотальные. Listening, totally listening. Слушают, so total тотально has слушают. To be anything, and which things makes you total, that moment you will be pop. Mind will be blow. В тот момент, когда mind вы будете 100% тотальны, ум просто взорвется. As you become 100% with anything, mind is mind. Это может случиться с чем угодно, что угодно может привести divide. Вас к этому. 80%, 20%, 90%, 10%. Even 99% you presence very silent, but 1% in иногда mind, 99% mind can be again bigger. Тишины у вас происходит, 1% ума остается, но он может вернуться. When really случае. Your mind is almost is going away, you coming sometime in moments very going deeper, like mind is gone, gone. Иногда кажется, going, что ум полностью исчез, и вы... Oh, this is space. As you say space, finishes space. Когда вы прикоснулись к чему-то, и вы вдруг говорите, о, вот оно, пространство, вот я прикоснулся, и в этот момент оно бах, исчезает. This is, о, это сатори, вы говорите, это истинная радость, вот она. И что бы вы ни сказали в этот момент, все это пространство, оно исчезает мгновенно. Одно слово приходит, и ум приходит с ним. Вы не можете. Whenever you are ripe, делать. Fully ready, вы не можете ничего поделать, просто ждите, когда вы созреете. It will happen. И тогда therefore, это произойдет. Enlightenment not in your hand. Поэтому просветление не в ваших try руках. Your in hand. You can try. Попытки, да, не you в ваших руках. Effort. Вы можете что-то делать, result in not но результат не в ваших whenever руках. Happened, happened. Когда произойдет, тогда I произойдет. Doing, я делаю, I trying, я пытаюсь, I going to your way, я иду. I want по to be пути, finished, к тебе, but it я is хочу not быть in законченным, но я не знаю, I going когда on это произойдет. Whenever you want. Когда ты хочешь, when you feel I'm totally как, right, мы говорим это существование. And as here you perfect, there he shower. И когда ваша жизнь станет идеальной, то тогда оно начнет проливаться на вас. Soon. Очень just быстро. Together happen. Here you finish. Here you total. Оно сразу одно за другим идет, как только вы закончили, сразу начинается. Happened. Очень много раз происходило. With... Очень простые вещи приводили к этому. Story. Вот в Индии много историй таких. Like one woman одна женщина the potato in the kitchen, чистила картошку на кухне. Peeling out. Чистила, чистила, и стала просветленной. She is total there. Она тотально just была в этом. Только peeler. Картошка. No thinking anything. Не думать no ни о going чем. Anywhere. Никуда this не ходить is мыслями. Только картошка, is there. Картошка. Nothing else.
чистить и ничего больше не делать, не думать. 100% total mind finish. 100% она тотальная и все. And look like if you look anybody totally peeling the potato, look like he's lost. И если ты посмотришь на нее, кажется, что она потеряна в этой чистой картошке. Look like normal person also. But normal person also look like very lost. И также кажется, что она обычная really женщина, going но обычный somewhere. Человек чистит картошку, и внутри он болтает. Он не присутствует. They doing also same work. Они делают ту же Willing самую potato, внешнюю работу, but mind is но один somewhere going running. У одного ум где-то там гуляет, in potato, а у нее он полностью здесь присутствует. If anybody 100% peeling, this work can make you finish. Finish your mind. Finish your. Вот это же простая работа может закончить вашу. Whatever is happening, therefore say totality. Поэтому я говорю, тотальность, будьте 100%. Что бы вы ни делали, будьте там. And being there, and as you will be more being, будьте more там, more present, будьте в присутствии. More total, чем больше вы будете в присутствии, в один день все это полностью откроется. You go out from the door. Mind blow. Mind finish in space. Whatever. So it happens. Look like they are lost. But really, что они потеряны. They are present. Нет, они в настоящем. So like this. So now. Ну, сейчас. Next 2 days no satsang. 2 дня следующих не будет satsang. Tuesday and Wednesday is break. You have holidays. У вас будут. Can do выходные. Anywhere want to go, кто-то хочет to the Goa, поехать, want to relax, rest in your room, or, или расслабиться, побыть в своей комнате, whatever you want, что бы вы ни хотели, вот делайте это. But being to try, being more present. Но пытайтесь быть больше настоящим. And this is very good. И очень now хорошо. You are here. Вы вот здесь сейчас. In Goa. В Гоа. No work. No house, no нет family, никакой работы, no business. Нет у вас дома своего, you already семьи, in holidays. Бизнеса. У вас уже праздник, выходной. So they, here you can learn easily more everything, how to be, do, how and relax. Present. Здесь walking, вам проще всего walk. Научиться, как быть just в sitting in настоящем. Cafe. Вот сидите в кафе, looking the beach, смотрите на sit. Пляж, просто сидите. And be total, just be watching the ocean. И просто смотрите Layers, на океан. Waves are waves coming, just волны за волнами be приходят. There fully. Будьте там полностью. Who knows, watching this ocean and makes you blow. Кто знает, может быть, and вот be. Это наблюдение океана just вас закончит. Ocean, ocean and ocean смотрите and you become ocean. Океан, океан, и вдруг вы становитесь океаном. Here you finish. Здесь вы заканчиваетесь. Mind все. Is you are total, mind is blue. Mind is finished. Ум заканчивается. So just present. Будьте в настоящем. Try. Here you can learn. Здесь вы можете whole научиться. Day also because you have to do things also. Потому что you здесь вы тоже какие-то вещи делаете. Be fresh, then go to eat. Душ принимаете утром, day, там, walking, завтра swimming, какие-то идете, плаваете, чем-то занимаетесь things. Здесь. And then you be enjoy, be present in everything. Здесь вы можете легко everything научиться, как наслаждаться и быть meditation. Настоящим everything will во be present. Всем. And if you learn here, you are 15 Если days here, здесь, 20 days here, 1 month here. 15 дней, 2 месяца здесь находитесь, then you can научитесь. Use this presentness, how to be present. Тогда вы сможете научиться и использовать это. While work, во время своей then работы там, когда seat, вы вернетесь домой. When you going in work. And if you can work, если вы можете работать present, и присутствовать, this work will be very delicious. Ваша работа станет very divine, истинным наслаждением. Very present. Божественным. Then you will enjoy the work. Тогда вы будете наслаждаться then работой. Run away from work will be finished. Вы больше не захотите избегать работы, run away убегать от from работы. The world. От мира, from the family, от семьи, from the house, от from дома, the work will be finished. Because you потому что enjoy the work. Вы наслаждаетесь моментом. Enjoy your house. Наслаждайтесь своим enjoy домом, your city. Своим городом, wherever своей работой. You are, enjoy. Где бы вы ни находились, вы you наслаждаетесь. Will be enjoy.
then you always in present. И тогда вы будете всегда в присутствии. In total. Настоящем, тотально. But there is more difficult. Но там. You have to learn. Научиться этому. In market. Because there your mind. Но там это начать делать first. Очень сложно. Здесь вам нужно научиться. There is mind say, okay, I go work. Силен. I open office, go in office. Ум говорит, хорошо. And mind business is start. How much I get, и how much I give, работу, how much this. Calculation is happening. Подсчеты, начинается работа, you мышление. Not enjoying the work. Вы не наслаждаетесь. Here you not работой. Doing anything. Здесь вы ничего не делаете. Anything not get. Ничего вам не нужно заработать, so which work получить. With you not get anything, this work will be creativity, like a meditation. Когда вам не нужно slowly, ничего slowly получить от работы, эта работа how становится my work творчеством. Will be creation. И вот will be present. Then you can здесь enjoy вы учитесь, как работа work. Может стать творчеством. When you're sitting with many people, and working in office, working in shop, сидите с людьми there, в офисе, you will be joyful. И вы будете наслаждаться. Then meditation is perfect. И тогда that. Ваша медитация будет идеальна. Then you always in present, enjoying everything. Тогда вы все время будете в наслаждении. So 2 days we have holidays. Что also. Вот у нас выходные 2 дня. Anyhow, holidays you have. Already, only, but these 2 days no satsang. Вот эти 2 дня не будет сатсанга. I will be break also. И я тоже отдохну. Tomorrow morning no need to be hurry. Завтра утром никуда спешить не надо. Be quick shower, quick breakfast and go back to come to Agonda satsang. Спешите принимать душ, завтракать в Агонду, enjoying начаться. Even going somewhere. Я поеду куда-нибудь. Maybe just I go Madgaon or anywhere. Madgaon, поеду take еще one куда-нибудь. Room enjoy. Себе сниму и буду наслаждаться nothing лежать else. Там везде. I enjoy anyhow. Я наслаждаюсь в любом случае везде. Whatever do, no matter. Что бы я ни делал, I mean, не имеет значения. No matter whatever doing. Не имеет значения. Because I'm present with everything. Потому что я в присутствии. Whenever с you are present. You, this is you enjoy what you do. It's no matter. And this is meditation. И вот это и есть медитация. Meditation teaching, enjoy every moment, be present and enjoy every moment. Медитация учит быть настоящим и наслаждаться каждым моментом. And if you can enjoy every moment, life will be fast, very fast, and joyful. Жизнь пройдет очень know быстро how и очень радостно. Days going, how months going, how ты не years going. Заметишь, как месяцы, годы пролетят. Don't know. No heavy, very flying. Не тяжело light. Вообще. Days очень days going. Легко летать fast. Будешь. Дни за днями пролетают. And you become more fulfilled, more а ты больше и больше наполняешься этим. If this is right art of living, how to live the life. Это правильно, это искусство жизни. A meditation teaching this. Медитация be total, be present, учит этому быть тотальным, быть настоящим, жить от момента к моменту. No need to think what I ever in future I have to get. Думать о том, что я получу в будущем. Get loss. Получу no, или потеряю. No loss, нет, no не надо. This moment is perfect. Вот этот момент он идеальный. If you be in this moment будьте в этом give моменте. You full satisfaction. Этот момент once if you сделает satisfied, вас полностью удовлетворенным. Как you will know станете, how I can be satisfied. This happened many times in your life. В вашей жизни очень много происходило. Whenever you are present with anything, suddenly satisfaction comes. Когда вы настоящий and окунаетесь, this will be, this is meditation, вы начинаете чувствовать удовлетворение. So meditation makes us так how что? We can be more in this moment. Медитация учит нас, как мы можем быть, чем, как можно больше yes. в этом моменте присутствовать. So only one word, be present. Одно слово, be только будь настоящим. Then time is finished. И тогда how, ощущение времени when morning исчезнет. Happened, when night happened, then next morning happened, then next night happened, don't know. Night and day and day дни, and night ночи. Going on. Slowly, slowly you become 50 years, 60 дни, years. Недели, look все like это. Исчезнет. Потихоньку тебе 50 лет уже вот. I became 25, 7 years before, 27 years. Totally present. Вот 27 лет назад. This 27 year finish in my это life. Это случилось со мной. I don't know. Мой ум закончился. When time going. И я не where знаю. Going.
Куда? Time is coming and going, day coming and going, but I'm like still stop in there. И я как будто бы там остановился на том моменте. Same presence. Я то же самое присутствие у меня осталось, что и было тогда. And also one day it will happen. I have to leave the body. В один день мне придется покинуть тело, ну да. Because very enjoy, very satisfaction. Я буду радостно уходить, потому что здесь я наслаждался. Satisfaction only when you enjoy the life. Every moment. Удовлетворение приходит только тогда, когда вы наслаждались жизнью от момента к моменту. And if you're really living moment to moment, если вы так жили, one thing also will happen. Еще одно кое-что you случится. Will not think I want to be enlightened also. Вы будете, не будете думать даже, что вы хотите просветления. Enlightened means should be enlightened in tomorrow or after tomorrow or вот это желание означает завтра или через год, вот я стану просветленным. А вы не здесь тогда находитесь. Really here, если вы полностью здесь находитесь, вам не нужно искать просветление. Оно будет вас искать. Enlightenment also existence also оно тоже to, хочет, present. Оно уже ищет, кто находится в настоящем. Я хочу прийти к нему. He's looking, he's searching us. Оно ищет, ищет. Whenever he come to you, you're not here. So he go. И когда оно приходит к вас, а вас, he every вам, day а вас здесь every нет, оно уходит. Come. Existence every time come to us. Оно всегда and looking, you ищет, are here, you всегда are present. He say, no, no present, go. Спрашивает, ты в настоящем, а ты нет, only и оно he уходит. Come inside in you, when you very и оно придет и проникнет в вас в тот момент, когда go. Вы полностью будете в присутствии в настоящем yeah, open, total. Оно полностью вас откроет. You become existence. Вы станете существованием. Meditation saying be present. Медитация говорит, no think about anything. В настоящем, не думай ни о чем. Enjoy whatever is happening. Be there. Будь здесь. This is meditation. Наслаждайся тем, что okay. Хорошо? So finish.